Вот сейчас мы находимся в Дубно. Саша находится возле средневекового замка. Сейчас мы упадем. Вот и наша Таня несчастная. Сашенька, да? Я же снимаю. Эх, мы чуть залезли. Як залезли, спустилась? Мы сейчас находимся возле дворца князей Острожских, которые считаются основателями Дубна. Дворец датируется 16 столетием, а вот эта вся территория этого комплекса датируется, ее дата основания 1492 год. Все, колокола на Ильинской церкви. Мама, у меня такие четыре, только один в Киеве. Что ты не забрала? А вон пушки, смотрите, какие пушки интересные. Он так и стоит. Слышите, такой интересный колокольный звон. Ну, а птички, видишь? Тань, смотри, птички. Дай посмотрю. А, там маленькие совсем. Саш, дай посмотрю, прикрою. Вот, а этот спрятался, боится нас. Это смелый. И смотрите, вот тут есть хомячок внутри. Я знаю, и здесь тоже. Там два маленькие, да? А здесь один, здесь тоже. Не кролик, а хомячок. Мама. Это даже морская смелая. Вот там хомячок, а тут морская смелая. А вот эти вот... Животные, ну, птицы их не клюют. Ты ж по окружающему миру недавно учила. Ну, почему? Ой, прости. Это, они их не пугают, зайчиков? Ну, раз живут вместе, наверное, не пугают. А где эти свинки морские? Вот смотри, видишь, там один хомячок. А вот эта вот пушистая, это свинка морская, видишь? Где? Нет, это морская свинка. Вместе получилось очень. Я обожаю. Вот видишь, мы здесь вот спрятался. Под земной. А, там аж три кролика, смотрите. Да. Я не видела. И еще там внутри тут лезло. Да, вот. Он боится, знаешь, что он раньше так стоял? И когда я пошла и крикнула, он так... А это раз, по-моему, какая-то летучая птица была, да? Кто летает, да? Ну, идем. Только еще хомячка. Я снимаю скрытые камеры. Какие-то маленькие замки, сделанные из камня. Ну смотри, вот это такое ваше. И здесь, мама. Сейчас посмотрим. Круче. Здесь наша Таня, Саша, еще один замок.
какими-то детками. Что они замочки? Похоже на корм для кошек. Я опять буду надутой. Таня. Да, точно. Это виски. Крепость или замок? А впереди у нас интересный. Да, снизу похож на домик. Ну и мельница. Саша, ты мне ее закрываешь. А еще дальше у нас еще какой-то интересный замок. Где у нас интересный замок? Мама, я. Это же средневековье. А здесь снова дворец князей Острожских. Он построен чуть позже. Это уже 17-18 век. Давай мы такие сделаем. Рыбалка. Тут, наверное, рыба ловится. А вон рыбак. А чайки, чайки. Давай мы будем ловить. Чайки? Вот и чайки. Нет, это не рыбак, у него удочки. Давай сюда поводим. А вот укрепление, видите? И отсюда раньше стреляли? Угу. Видите, как сохранилось? Угу. Стены как раньше строили. Крепко. Идемте, подойдем, посмотрим. Центр. Я вам почему и так строят. Ну что? Наверное, в будущем будет. Ну раньше, если что-то украли, наверное, вешали или убивали. А сейчас типа ничего не делают. А вот это, наверное, какие-то подземные входы. Угу. Ну пошли туда. Бастион какой-то. Там ничего нету. Там закрыто, вот там, вот здесь. Это центр города Дубна. Маленького городка между Львовом и Ровно. Сейчас. А вот и наша машина. Здесь вы ее увидите. Мама? Через речку. А почему делаю? В городе Дуб. А почему делали затворы под землей? Ну, всегда были люди, которые думали по одному, а другие думали по-другому. И не соглашались с теми, у кого была власть. А чтобы они не захватили власть. Вячеслав Львов и твой замок, который ты видел от прозорца на хотелската стая. Който виждаме в стаята. И трети замък. Това вече е четвъртия замък.
что-то. Идемте, я вам дворик такой красивый покажу. Там... венгерского отца. И здесь, то есть ее идея была оформить, знаешь, все такие оформляют внутри фресками и все остальное, а их идея была оформить все снаружи, чтобы все это было видно снаружи. Вот. Посмотрите, увидите все дороги, все, кто идут дорогой, это такая есть, посмотрите, типа моя боль, есть ли такая боль, как моя боль. А сними, пожалуйста, вот этих львов. Мы сейчас ищем львы в городе Львове. И Саша нашла первого. Доказательство. Второго, третьего, четвертого. Нет, это один. Это считается как один лев. Саша первого. Так вот, значит, один, это другий тип писал. Нет, ну, один тип льва. Морду льва мы нашли. Одну. Видишь? Да, на не льва. Мам, здесь тоже. Эти там кулон. Какой мы там? Вот что. Так не делай.
туда можно подняться и посмотреть с высоты. Только я не пойду больше. Там такая лисовая тоненькая. Сними Танины хлебов. Вон один, видишь? Так много этих хлебов, что ты еще... Правда, три Танечка. Аспорт снимок тези, видишь? На всякие, много мне хорошие такие бы вывески. Вот эти вот ажурные, видишь? Я у меня в телефоне их не снимала, так много они. Успокойтесь немножко. Хорошо. Таня, видишь, там где флаг нашла, Лёха, а Саша фонтан влево. Значит, 5-3. 5-3. Было 3 у тебя. Нет, у меня было 4. Нет, мам, лев, вот это шло. Там золотой был. Нет, на скамеечке нашла. А, да, 4-5. А вот лев. Мам, вот это золотой лев. Подождите, мы не успеваем. No, she likes it. Или после будем покупать? А? Знаете что, тут вниз спуститесь пока, тут есть какая-то шахта, очень интересно. Идите вниз. Это вместе потом, конечно. Да идите, Таня, с папой. Пап, ну сходи с ним, я уже была. По скільки грам? По грам 10. Молодець, наверное.
Завтра суп с фрикадельками, бифштекс с телятиной. Идем сейчас. Что такое пеструха? Маленькая миниатюра. Что такое пеструха?